В Караганде сегодня стартовал открытый турнир по легкой атлетике. Он посвящен памяти фронтовика, героя Советского Союза Казыбека Нуржанова. Внимание! Алина Бузук занимается легкой атлетикой 3 года. В этот вид спорта она перешла из плавания. Признается, что открыла в себе новые возможности. Уже участвовала в разных турнирах, занимала призовые места. В прошлом году на этих соревнованиях уступила первое место девушке из ее группы. Сегодня решила взять реванш и надеется, что займет призовое место. На этом турнире я участвую уже во второй раз. Первый раз я заняла 2-е место на виде 50 метров. Мы к этому турниру готовились достаточно долго, около 2 месяцев. Поэтому я считаю, что призовое место я смогу занять. Впервые соревнования в честь героя Великой Отечественной войны Казыбека Нуржанова прошли 3 года назад. Тогда в Караганде состязались более 300 спортсменов из Карагандинской области и гости из Республики Беларусь. В этот раз белорусы не смогли к нам приехать, говорят организаторы турнира. Мы все делаем для того, чтобы она была традиционной и была как бы на достойном уровне, потому что мы должны своих героев знать. Вот. И это, во-первых, патриотическое воспитание наших подрастающих поколений, и наших героев должны они все знать. В этом году от имени родственников Казыбека Нуржанова представлено материальное вознаграждение за установление высшего достижения соревнований. Сергей Пасечник, Шалкар Алтыбеков, Николай Шевелев, 5 канал.